Всем здравствуйте! Меня зовут Вера Мазепина, и в сегодняшнем видео я покажу вам, как собрать своими руками вот такой вот стильный браслет, затратив при этом небольшой промежуток времени и минимальное количество фурнитуры. Для изготовления браслета нам понадобится атласная лента, ширина ленты 6 мм, перламутровые бусины серого цвета, диаметр каждой бусины 8 мм, леска или мононить, ножницы и иголка. Проденьте нашу нить в иголку, сложите ее вдвое и закрепите на ее конце прочный узелок. Обратите внимание, узелок на краю нити я завязала с одной бисеринкой. Это необходимо для того, чтобы в будущем избежать распускания нашей ленты. Располагаем перед собой атласную ленту в горизонтальном виде и отступаем от ее края 15-20 см. Проводим иголку с ниткой в центре ленты и выводим ее в изнаночной стороне. С изнаночной стороны отступаем расстояние равное одной бусине и выводим иглу обратно в лицевую сторону. Протягиваем нашу иглу с нитью и получаем вот такой стежок. Набираем на иглу бусину, продвигаем ее к ленте и выводим иглу обратно в изнаночную сторону. Таким образом мы просто пришили нашу бусину к ленте. Проделываем те же действия заново. Отступаем с изнаночной стороны расстояние равное одной бусине и выводим иголку на лицевую сторону. Вытягиваем иглу с нитью и набираем на иголку следующую бусину. Пришиваем к ленте таким способом 20 бусин. После того, как вы пришили к ленте несколько бусин, потяните нить на себя и затяните нашу заготовку. В результате у вас должен получиться вот такой узор в виде гармошки. Мы пришили с вами все 20 бусин, затянули узор в гармошку, и нам остается завязать узелок, как в самом начале, используя бисеринку. Обрезаем иглу от нашей нити, проводим хвостики нитки через отверстие бусины лицом друг к дружке и затягиваем бисеринку к нашему браслету. Закрепим нашу бисеринку еще несколькими узелками из нитки и обрежем ее края. Чтобы спрятать края нити, сделать их более красивыми и аккуратными, завяжем по бокам браслета узелки из самой ленты. Сформируем из ленты петельку и проведем в нее ее край. Затягиваем узелок и прячем в нее наши края нитей. Вот таким вот образом. Аналогично поступаем со вторым краем браслета. После того, как мы обработали края браслета, мы подравниваем ножничками при необходимости края наших лент и формируем из них бантик. Завязываем узелок, а затем бантики. Наш браслет готов! Вот так украшение выглядит на руке. Браслет получился очень нежным и легким. Всю необходимую фурнитуру для сборки данного украшения вы можете найти в интернет-магазине simbusiki.ru. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.